привет! Это вторая часть про мою Багги. Вот такая вот Багги. Вы ее, наверное, помните. И сейчас я буду делать для нее мини-тюнинг. Начнем с самого маленького тюнинга. Это убираем антенку. Вот такая антенка. Она продает игру, ну, какого-то бана игрушечная. Но если ее убрать, то она становится вот такой, как настоящая машина. Теперь делаем еще тюнинг. Берем вот такие вот две детальки. Это задние фары. Стопаки. Такие две детали. Ставим их вот сюда вот. И сюда вот. Вот так вот. И получаются вот такие вот фары. Такие вот классные фары. А спереди уже есть фары вот такие. Сейчас еще будем делать мини-тюнинг. Это вот такое вот кресло, система такая вот. И руль. Вот такой вот. Я вот так вот делаю. Отсоединяю. И вот так вот ставлю кресло. Это я все сам придумал. Это я ни у кого не брал идею. Это я только сам придумал. Надеюсь, вы оцените эту идею. Вот. Теперь есть кресло. Теперь будем ставить руль. Вот. Теперь возвращаю обратно вот эти вот детальки. Получается, Багги с задними фарами и рулем. Сейчас будем делать еще тюнинг. Это вот такие вот зеркала заднего вида. Это от набора гусеничного 42-199. Ну, я не помню, как он называется, но, по-моему, он называется 42-199. Я могу даже вам показать. Подождите секунду, я вам скажу. Этот набор, он называется 42095. Еще раз говорю, он называется 42095. Вот оттуда вот такие зеркала. Я их решил не разбирать. И вот взял оттуда вот так, такой вот такие зеркала. Чтобы их поставить, надо снять вот эти вот боковины. Вот боковины. И вот в эти дырочки вот вставить вот эти вот. Сначала такие вот пины. Вот так вот. И потом вот это вот зеркало. Заднего вида. Потом вот так отогнуть. И вот так вот вставить обратно вот эту вот боковину. И потом вот так вот повернуть. Вы, наверное, там услышали мяуканье моего кота. Играет просто там. Надо немножко поправить. Вот так вот. И... Ну, немножко не получилось. Ничего страшного. Можно поправить. Вот так вот. И вот так вот поставить боковину. Потом туда вот так вот вставить. И сделать вот так вот. Сейчас одно зеркало ставлено. И по такому же принципу поставить второе зеркало. Так вот отогнуть. И
поставить обратно боковину. Она трудно вставляется, но вставляется. Там надо в дырочки еще попасть пинами. Вот так вот. И вот так вот. И получается баги зеркалами. Теперь она как настоящая. Вот так вот зеркала. Теперь зеркалами выглядит. И теперь еще тюнинг. Вот это вот тоже от 42.095 детальки. Их ставим вот сюда вот. Вот так вот. Вот так вот. Получается лучше обтекаемость. Она на эту машинку не влияет, но так выглядит более круче. И теперь еще тюнинг. Уже получше. Такой посильнее тюнинг. Вот. Вот такой вот лебедка. Я ее поставлю сюда на бампер. Снимаем вот эти вот детальки. Вот так вот. Вот так вот. И вот сюда вот ставлю эту вот лебедку. Вот так вот. А лебедку можно вот так вот вытащить наружу. Вот так вот. И поставить вот сюда вот. Закрепить. Хопа. Все. Ну или просто, чтобы вот так вот лежал. Потом возвращаем вот так вот. Ставим обратно. И все возвращаем обратно. Все детали. И получается вот так вот. Лебедка есть теперь. Вот такая длинная лебедка. Вот такая вот. И закручивается она вот тоже снизу. Вот так вот. Снизу закручивает. Вот такая вот лебедка теперь есть у нее. Такой вот мини-тюнинг. Если хотите, то можете закрепить вот сюда вот. Но я так не делаю. Я делаю вот так вот. И все. Поворот она не мешает. Никак. Ну или можете сделать вот так вот. Все. Вот так. Сейчас еще покажу такой мини-тюнинг. Вот такие вот детальки. Переворачиваем баги. И вот видите. Вот эти вот детальки, они очень низко находятся. И они портятся, если баги полностью, подвеска сжимается полностью.
И вот эти вот детальки не дают им стираться. Они вставляются вот сюда вот. И они, получается, вот так вот крутятся. И когда баги полностью подвеска сжимается, то эти колесики, они как бы тоже едут, крутятся. И они не дают оббиться черным деталькам. Все. Вот. Сейчас сделаю еще один тюнинг. Это вот такие вот детальки. Это тоже от 42.095. Вот такие вот детальки. Я сюда приклеил красную изоленту, как красные суппорта. И вот так вот колесо снимаю. Ставлю сюда вот эту детальку. Вот так вот. И потом ставлю колесо. Вот так вот. И все. Там не видно, конечно. Но если приглядеться, то можно увидеть. Вы поняли смысл. Сейчас на второе колесо поставлю. И вот так вот. Вот так вот получается. Такие вот красные суппорта там есть. И теперь приступаем к максимуму тюнингу. Это прям большой тюнинг. Я сделал вот такие вот лыжи. Сейчас же зима, как вы знаете. Вот такие вот лыжи. Они крепятся сюда вот на передние колеса. Вот сюда вот. Сейчас я вам покажу. Вот так вот снимается колеса. И, кстати, про колеса. Тут я сделал вот такую вот детальку. Она крепится вот сюда вот. Видите, вот этот вот пин крестовой на круглый. Он вот так вот крепится и берется колесо и ставится вот на этот пин. И получается запаска на крыше. Вот. В жизни она не так плохо выглядит. И вот так вот ставится лыжа. Вот так вот. Я еще поправляю вот это, потому что оно болтается вот так вот. Я беру вот такие плоскогубцы. Вы можете взять любые. И делаю вот так вот. И натягиваю. Все. И также крепится вторая лыжа. И получается зимний вариант. Такой вот. Туго ставится вот так вот. Но ставится. И тут также вот так вот зажимается и вытягивается. Ну все. Получается вот такие вот лыжи. Я сюда как бы фары поставил, чтобы было видно, куда едешь. И все. Вот такой вот классный тюнинг. А это колесо можно отложить. Вот такой вот тюнинг. Еще хочу показать тюнинг для вот этой вот антенки. Снимаете верхнюю часть. Берете вот такую детальку, вот сюда вот одеваете, и одеваете обратно. Потом ставите вот сюда вот. И крепите вот сюда вот. И все. И она держится, никуда не уходит.
Вот такой вот был тюнинг. Вам, вы, надеюсь, оцените это видео про тюнинг баги 42-124. Такой тюнинг. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы я мог снимать прямые эфиры. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы увидеть все мои видео новые. И всем пока-пока!